Так, хлопці розгружають шлакоблок. Наша площадочка готова під пленку. Через півтора часа у нас буде бетон. Пленка і сітка нам осталась. І зустрічаємо бетон. Процес заливки. Деня, сетку подними. Так, вам сказати, 12 кубів гепнули. Вам что, понравилось там? Или что, выходите. Ладно, ты ладно. Я мне давно бетона не бачу. Я закончил. Саня, хватит. А ну, да, что последний. Как выходит, то получает меньше. Через разу не станет. Так, привет, ребята, всех витаю. Первый день у нас кладки. С армировкой все как полагается. Хотели сегодня 3 ряда выставить, не получилось. Вот Николаевич, дедушка Олега, знакомьтесь. Як, подобається, Николаевич? А я не фотогенист. Ні, все добре, ви фото... добре виглядаєте. Вам Олег покаже, відео буде в Ютубі. Привет, Денис. Стенки на стенке перебили, типа так, время прямо. Это 500-й на сегодня.
7 рядов, да? Да, ванна будет 1,40 м в высоту из шлакоблока, плюс 20 сантиметров армопояс. Обратите внимание, какой раствор хороший. Вот этот человек колотил. Главный колотун. Колотун, колотило. Работа профессионала. Слышали? Помощник говорит, какой домой еще перегородки? Товарищ Денис делает раствор. Второй день кладки, а мы уже на полпути. Слава, привет! Новый человек в команде Андрей. Бать, за место 5 людей получается. Не матюкайся. С одного замеса сколько получилось? 10. 5? 10. 5 людей. Дядь Замин, как самочувствие? Спина болит. Спина болит? Да. Сколько приблизительно блок один весит? Не знаю. Ну, приблизительно. 18-20. 18-20. 120. Тяжеленький. Эластичный, да? Да. Руки его Thank you.
Денис, воду в два этапа добавляешь, да? Да. Он ее лучше мешает. Так, друзья, завершение второго рабочего дня кладки блока. Вот наш замовный коллежа контролирует, чтобы бабушка была уверена, что все идет хорошо. Да, Олеж? Так, вот сегодняшний именинник. Пап, ну что, ты доволен сегодня всем днем работой? Я всегда доволен нашей. Что ты расскажешь? По блоку, хорошо, по качеству. По вода поставляешь. Работа идет прекрасно. Материалы. Материал, да. Заказчики молодцы, все всегда доставляют вовремя. Всего хватает. И у них и работаешь, бежит сам. Самое главное, раствором доволен. Денис справляется? Да, да. Справляется, особо справляется, все мы справляемся. Все хорошо, слава богу, сегодня все днем мы довольны. Олеж, что хотели мы у тебя спросить? Покажешь нам свиней, которых привез? Покажешь, да? Ну сейчас тогда будет переход, покажем вам свинок, как они прижились. И Олег расскажет, как он сделал первое семенение в своей жизни. Вот у кого будет это первый раз, Олег поделится своим опытом. Ничего сложного, все четко, быстро. Сейчас ты покажешь на свинях. Сначала сомневался, да? А я сразу переживал. Олеж, вообще расскажи, вот что ты вот решил именно, вот, ты бабушку уговорил вот свиньями заняться, или? Не, ну мы с бабушкой побалакали. Сейчас так работы немає, других немає. Продукти харчування завжди потрібні, так? Да? Ну, зараз тоді буде переход. І плюс робоче місце додається. От деревня. Сьогодні ми їхали бежанити, всі нам руку піднімають, здоровуються. Всі вже узнають. І всім хорошо буде. Послужливі люди теж будуть займатися, а не опускати руки і сидіти ждати чогось. Ну так, сидя на дивані, ні к чому не прийдеш. Абсолютно. І отак на друг друга будуть смотрити, що ти робиш, чим ти займаєшся. Правильний підхід. Тоді зараз ми з Олегом пройдемо в сарай. От, собственно, ми зайшли в Олежин сарайчик. От у нас дві свиноматочки віддельно. Вот еще две. Олег, вот ты написал, да? Одна из них 17-го загуляла, правильно? Нет, 17-го гуляла, это еще и Стаса будет. А. Когда я их забирала 17 числа. Это дивно гуляла. Ага. Вот там маленько. Вот там. Вот там маленько. Да. По идее, скоро должна одна велика гулять. Одна велика загуляла уже и семенил. А какую ты осеменил? Он рыба. Пошел дальше. Вот тебя, да? Да, да. Понятно. Ну, вот как ты узнал, да, как осеменять? Я узнал, да. Видео подивився. Устал подивився видео. Получается, заказал все семя, ехал за посла, приехал до дому, ехал сразу сюда, потом осеменять. Угу. И по ходу включил большую передачу, потихоньку ехал и делаю все видео, как осеменять. Як осеменять. Да, як осеменять. Приехал, с первого раза так получилось, ничего там страшного не было, вашкого. Все классно получилось. То есть ты вечером осеменил? Вечером, да, и потом утром. Там два баллона. Ну, два баллона с промежутком во времени, правильно? Да. Еще ты купил вот этот распылитель, как? Запах хряка. Запах хряка, да? Да. Пользовалась? Да, запшикнул, она сразу стала, как закопана. Ага. И все, и дело дальше пришло. Ну, то есть захотела, ну, приняла да. Все, да? Да. И вот, как бачите, судячи из усього, мы сподіваємося, что все получилось с первого раза. Да, я надеюсь. А
Ты уже знаешь, да, спустя какое время она покажет, что принял? 18-21 день, если не будет прогуливать, ну, это я так знаю. То будет зрозуміло, чи приняла, чи ні. Ну, да. И у нас будет просьба до глядачів, щоб придумали імена. 4 імені цим дівчатам. А то у нас фантазія у Олега теж поки що не розіграли. Слабенька у нас фантазія. Олеж, а пошли ще покажеш нам сонячні панелі, які у вас, і розкажеш про них. Блін, чесно, я не можу нічого за них розказати. Ну так, приблизно. Це бабушка. Бабушка все знає. Бабушка знає. Ось люди, як виходять з положення. А це в якому році ви встановили їх? Це буде 4-5 назад. Буде 4-5 назад. Дедушка Олександр Ніколаєвич говорив, що на 90 кВт остається ще й на село розподіляють. Собственно. А так виглядить сарайчик. Скоро трошки краще буде. Доробимо решетки, кліт. Доробиш, да? Да? Ну, тебе їх потрібно розселити. Ну так, да, всі цифри. Кожен. Осталось одну клітку доділати і розселити по одній, щоб вже було. Угу. Поїлки будеш встановлювати? Ну, от це от. Сьогодні? Да. Та тут, мабуть, ні, тут корито. Угу. Вже поварили. Ну, от, і, судячи що, ну, з того, що я бачу, Олежа з утра приходить, убирає за ними. Тобто попоїв, накормив, поїхав, вечором приїхав, попоїв, накормив, почистив. Тобто воно в тебе, ну, ці 4 штуки, скільки времени на день займають? Та, ну, я не знаю, часа півтора максимум. За цілий день? Ну, так, да, це утром тут почистить, що там, чистить мало. Тобто поки що воно твоїй основній справі не заважає? Так, да, там, справа, що немає. Як розумію. Ну що, тоді на цій прекрасній ноті будемо закінчувати. А то ми багато часу зайняли на каналі водолага Стасяна, йому привіт. Стасу привіт. Так, да. Стасу привіт, спасибо, що за такі ролики. От. І ми на практиці бачимо, як це людям допомагає. От той же Олег його відео посмотрел, якусь інформацію усвоїв, правильно? Там, сям. Я відео тільки захотів свиньями. Тобто, хороший примір. Да. За это Стасу спасибо. Все, всем пока и хвостики вверх.